Я ему стреляла, что-то в голову. Да, и он умер из-за этого. Он на меня пулемет! Ты Грено? Да. Нет, там он говорит, из твоей комнаты в общаге кидал Грену в коридор. Она у него взорвалась в комнате. Воу-воу-воу-воу-воу! Стой! Да, я слышу. Так, лишь гранату не взяла, молодец. Ну, все взяла, блин. Файер взяла, гранату не взяла. Чё-то скинул? Где труп? Эй, ты куда пошел? Слева ходит. Да, я знаю. Ёбаный ниндзя! Да. Ты как хуел! Нашего пришил! Не подставляйся, поднял. Разбегаемся! Разбегаемся! Я его убила. А ты убила, конечно. Я ачивку получила. А, значит, ты реально подстилила фраг. Ничего не знаю. Мысли ничего не знаю. ПКМ, кстати, у него как раз. В смысле ты его утаяла? Сейчас должен проверить, что у него. Алло. Все стырил, признавайся. Все стырил. Знаете, еще интересный чат, посмотреть, сколько Аня урона нанесла. Блять. Знаете, сколько она урона нанесла? Она убила босса, убила кабана. Аня, слышишь? Убийца кабана просто. Убила босса, пришла, победила босса. Одно попадание, 20 урона ты ему нанесла. Убийца босса, блин. Я ему стреляла, что-то в голову. Да, и он умер из-за этого. Пегово, да. Я ничего не знаю, слушай, ты мне тоже фраги стилишь. Хрена себе. Хрена себе. 20 урона, одно попадание, блин. Ты ему в грудь стрелял, я ему стрелял в голову. Убила, убила. Победители чё, правильно, не судят. Победителю в ногу потом стреляют, Аня, блин. Ты не слышал, да, ходьбу сейчас? Нет. Я где-то слышал. Непонятно только где. Опять ходит. Пробежка? Прям ходит по дереву. Он побежал! Они вышли, Аня, двое. Бегут по улице. Откуда они вышли? Упустили, блин. Ты бежишь? Я по двору. А как? Подожди, стой. Они в другой комнате были? Да. Они в кафешке, тут у Достоевского, в ресторане. Я сильно ранил одно. По-моему, сдох кто-то. Как будто сдох один, да. А нет, он просто орёт. Да-да-да. Кашляет. Ты там по улице подходишь туда к ним? Угу. В
втором этаже они. Да-да. Сорвал одного. Ты Грено? Да. Зря. Ты внутри? Нет. Рожа, вижу тебя. Одного точно взорвал. Это так неудобно, блин, со стороны кидать, ты чё злит. А у тебя? Дай гранаты кину на другую сторону, подожди. Давай. Один лежит. Второго вижу, второй тоже лежит. Блин, слушай, я думал, они кальянную зашли, они другую. Что они там делали с такое время? Они квартиру лутали, походу, а не кальянную. Ну, там под дверью-то непонятно, я вижу, чувак заходит, дверь закрывает за собой. Думаю, ну ок. В кальянную захожу. Пошел в МЧС. А там... Тихо! В МЧС есть. Он справа. Да-да. Фини. Боссы у нас, походу. Только не подблочь меня в двери. Да, я не иду. Хуйло! Вот! Один выведен из строя. Будешь босса убивать для ачивки? Нет, я тебя не вижу. Справа, он справа на кухне. Говорят, если он близко... Ну, я только двое убил, еще должны быть охранники. Говорят, если близко подойдет, у тебя оружие заклинит. Я не знаю, лично не проверял. Но справа босс орал, точно тебе говорю. Да блин, я боюсь этих. Да не бойся ты. Да, я сейчас выйду, но не спину. Может и так. Ох ты! Он убил меня, охранник. Охереть. Не убил. Я ему бошку выстрелила, он просто... Он конченый какой-то, по-моему. 7 попаданий! Извини. Это вот он... Да? У меня свой налюк, но правда... 7 попаданий он мне сделал в живот, офигеть. Он только из-за угла появился, блин. Да, он вообще только один выстрел сделал. Ух ты. Под зданием. Да-да-да, я слышу. Бот туда пошел к ним, к этим типам двум. Один минус. Фига, он убежал. Я ничего не ранил его, что ли? Короче, он там сидит теперь будет, можно на него вообще забыть про него. Ты бегаешь? Да, я бегал. Ты
Да. А я ж куда иду-то? Ещё хаешку дам. Он на меня пулемёт! Куда ты бежишь-то? Я под пулемёты бегу. Понятно. Я спрею по типу, ты бежишь передо мной. Нормально? Я его убил, блин, я побежала, блин. Я другого убивал. Нет, я убил того, вот, который... Я убил пулеметного, потом на справа, направо перевелся. Правого еще убил. Ты решил и побежать. Я... Ты убил, конечно же ты убил, конечно. Я убил, а гусь свита в голову. Гусь. Кто гусь, слышишь ты? Количество попаданий 10, пошел в задницу. Ясно, понятно. А еще меня этим киллером называют. Понятно, понятно. Я же говорил вам про клаву. Клавы, которые меня устроят. То есть полноформатные, с дополнительными кнопками, с подладонником. Они стоят пипец как дорого. У меня на этой кнопочке продавились. Они уже начинают подтормаживать немного эти кнопки. Поэтому я бы, конечно, поменял бы. Кого ты там? Тут чевок. На, блядь, живи, сука! Блять, берцащими! Это читак, сука. Я-то думаю, как он так пролетел сюда без палева со своим калашиком. Это, оказывается, читак, просто-напросто. Что там у него по профилю? Это его третий рейд, блядь, чат. У него 0 часов в игре. У него третий рейд. 24 убийства. Он только что создал аккаунт, блядь. Только что, сука. Блядь, как же они не палятся. Да.